Эти с улицы сейчас притащили холодильник. Стоял около дома, там в жгутке, замотанной пленкой. Холодильник бирюза, ну, третий. Стоял на улице, ну, блин, сколько я себя помню, я не знаю, там лет 10, 12, 15 стоял, не знаю. Но он чистенький, потому что хорошо пленкой был замотан. Хотел на улице его включить. Дождь пошел. Вот тут что-то не хватает, по ходу дела. Дождик пошел. Сделал вилку. Не было вилки. Вернее, была пластиковая. Она раскололась. Такая же белая пластиковая вилка. Просто она раскололась. Вот. Ну, ржавый немножко, согласен. Просто надо определиться, что с ним делать. Выбросить или... Допустим, или пусть еще постоит. Ну, вроде держит крышка. А, магнитная же, да, у нас резиночка здесь. Вот так он выглядит. А кошка не оттуда, кошка здесь входила. Тут, наверное, все сломано. А, вот она. Вот такие. Кстати, прикольные ящики, может быть... Мало что поставишь, но с другой стороны все закрывается под аички. Так, здесь что у нас? Ну, это я знаю. Регулировать температуру. Тоже вот так. Карандашик тут какой-то лежит. Таракан. Нет, грязь. В общем... Такой холодильник. Сейчас я его попробую запустить. Вот просто интересно. А, год выпуска. Год выпуска 1970, по-моему, 8 или 9 или 6. В общем, что-то 1900 какой-то 70 чем-то. Конец 70-го года. Вот, потому что там затерто было. Я уже нашел дату выпуска. В общем, чего включаем? А я, кстати, взял с собой тепловизор. Вот, нужно будет посмотреть. Нужно будет посмотреть вообще, что-то происходит. Если он включится, конечно. А что-то происходит или нет. Крышка мне не нравится. Так, ладно, смотрим, все ли цело. Ну, ничего плохого все равно не случится, если просто компрессор не запустится. Кстати, провод родной. То есть, представляете, сколько лет уже прошло. И провод родной. Единственное, вилку раскололи. Какая-то хрень тут лежит. А холодильник не ремонтировался. 100%. Видите, пайка трубок родная. Все родное. Наверняка, конечно, фреона уже здесь, может быть, и нет. Но у меня такое впечатление, что холодильник... должен запуститься. Не думаю, выключатель нет. Интересно, а выключатель здесь есть? Как его отключать? Кнопка какая-нибудь? Ничего нету. Какая-то штучка. Так, давайте, розетка есть. Попробуем включить. Не должно ничего коротнуть, но все равно. Свет мигнул везде, во всем доме. Холодильник включился, кстати. Холодильник включился. Да, и что-то булькает в нем. Давайте обойдем вокруг, посмотрим. Ну, смотрите, свет работает. Свет работает. Крутилка нет, по ходу дела. Не работает. Но очень тут крутится, не буду пока трогать, чтобы не отломить. Так, что, подождем?
Вот явно что-то булькает у него сейчас. Значит, фреон там есть. Резинка вроде плотная. Представляете, столько лет и резинка не высохла. У нас дома Минск, ну какого-то там 90-го года, уже резинка вся полопалась. А здесь резинка целая. Вот, наверное, та же резина, что и галоши делали раньше, в советские времена. Наверное, тот же тип резины. Вы поняли, о чем я говорю. Так, ладно. Что, наверное, сейчас... А, давайте пойдем посмотрим, что-то происходит или нет. Так, упал чехольчик. Так, тепловизор есть. Мне интересует розетка. Розетка меня очень интересует. Корзинку вижу. Розетку не вижу. Все нормально, не греется. Так, автоматы силовые. Вот они стоят. Тоже вроде все нормально. Кто-то прошел. КТ. Теплая. Не ходи туда, блин. Так. Давай, пожалуйста. Здесь что у нас происходит? Тепловизор, конечно, вещь. Так. Так и должно быть. Сейчас мы выключим. То есть сейчас греется радиатор. Все правильно. То есть здесь тепло, внутри холодно. Все правильно. Смотрите, равномерный прогрев идет. Нигде ничего не забито. Компрессор, тепло, осушитель, по-моему, вот трубочка внизу. Так, ладно. Залезем внутрь. Ну, наверное, время-то вообще мало прошло. Кися, где ты там? Кс-кс-кс-кс. Теплоотдача-то у кошки какая-то. Так, ладно. Здесь что у нас? Так, ну видно, что он начал холодить. А в морозилке что у нас? Не понял. Тепловизор врет, видите, минус 60. А знаете почему? Потому что поверхность отражает, а тепловизор у меня стоит на матовой поверхности. Там коэффициент 0,8, что ли, стоит. Да, все холодное. Вот рукой щупаю. Даже конденсат появился. Вот он блестит. То есть холодильник работает. Попробуем издалека посмотреть температуру. Ну вот это более-менее правильно показывает, потому что глянцевая поверхность холодильника. Так, обойдем еще раз. Еще раз говорю, холодильник Бирюза 3, выпуск конец 70-го года. Ну что, круто. Его даже не закрыл. Кошак, залезай, померзнешь. Ну, в общем, что могу сказать? Холодильник работает. Единственное, что, наверное, если он постоит включенный подольше, там, может быть, дня 2-3, может быть, какие-то проблемы с фреоном будет, все-таки он старичок, вот. Но пока работает и холодит. И холодит, причем очень быстро он набрал температуру. Кстати, вот эти вот снежинки что-то означают, не помню. Что, но что-то связано с охлаждением, с минусом. Две звезды, не минус 20 ли в морозилке. Не помню, ничего не могу сказать. Знаешь, что что-то... Да, вот если руку положить, уже руку держать нельзя. Она замораживается, просто замораживается. Вот такой вот холодильничек. Оставлю, наверное, ну здесь кошачий
временно туалет. Вот, куда-нибудь за дверь не войдет. В общем, куда-нибудь поставим его сейчас. И пусть стоит. Жалко на улице, я говорю, что он стоял там больше 10 лет. Может быть, пригодится. Ну, там летом, может быть, продукты какие-то лишние положить, которые просто не влезают в холодильник. Наверное, конечно, энергопотребление невысокое, потому что я включил свет, моргнул. Может быть, просто он долго стоял, какие-то пусковые токи. В общем, короче, пусть постоит часа 3, наверное. Да. Вот. Коль включили. Это, думаю, полезно для него будет. И пока мы его выключим. Вот. А, еще были мысли оставить на улице зимний холодильник сделать. Ну, какой зимний холодильник теперь, если он работает? То есть ломать не будем. Все, спасибо.